Добрый день, друзья! Сегодня еще одна веселая история с мистическими шаманами. Обращение. Обратилась к нам мама, она написала про ребенка, который родился, не дышал, длительная асфиксия, долго заводили легкие, сразу подключили к ИВЛ, дали реанимация 3 недели, пневмония двухсторонняя 2 месяца. Сейчас ставят отставание в развитии, нет сосательного рефлекса, питание через зонд, не было глотательного рефлекса, недавно появился. Не сидит, ползать недавно научился по-пластунски. Ребенку 9 месяцев, да? Помнишь эту историю? Смутно, но припоминаю. Да. А как состояние просто. Да, как выглядело, как ты пришел к тому, что у него? Там я помню из основного, ну вот что душа не на месте стояла, то есть не по размерам ребенка, то есть как криво стояла. Вот. И ну, пробовали разными техниками, как. Ну, и у души спрашивали, как сделать так, чтобы обратно стало. И потом как-то, вот я не помню, откуда пришло, чтобы вот, ну, шаман... А, пришло просто, что маме сначала нужно было как шаманскую практику сделать, просто венчиком там, по ножкам везде обстучать, вот. Ну, и потом попробовали, что можно и без физического проявления, как на другом уровне проделали это все, ну, фантомным шаманом. Вот, и, кстати, вот помню, что не было принципиальности, вот как многие говорят, там, именно дубовую веточку, такого не было, то есть, наоборот, не было никаких привязок, просто вот, ну, как ритуал какой-то сделать, вот этот вот... Через рептильный мозг зашли, по сути дела, через то, что у нас в славянизме прописано на уровне рептильного мозга, причем не живьем, а именно вот на уровне сознания впихнули, как будто мы сняли свой фильм и поставили, как будто этот фильм случился уже в жизни. Невероятные штуки, и потом смотрели и думали, блин, будет ли какой-то результат у мамы. И очень даже интересно, пришла обратная связь. Мама сделала все, что мы говорили ей. Буквально через 4 дня глотать стал лучше, прям с аппетитом. Сон стал лучше, более активный, взгляд осознаннее. И вот прошло с этого момента 11 дней. 11 дней, и сегодня мы получили письмо от мамы. Сейчас я его прочитаю. Наталья, здравствуйте. Николай стал различать вкус еды. Даже появились фавориты. Стал больше говорить на своем языке. Видно, что все стало интересно. Сегодня 11-й день после консультации. Самостоятельно кушает, без зонда. Просто слезы счастья, как долго мы к этому шли. Представляете? Вот когда дети совсем маленькие, работает значительно быстрее. Не надо ждать, когда у них будет уже физическая задержка в развитии. А здесь все восстанавливается очень быстро. Тело растет, душа стала на место, и сознание развивается. Будет еще один здоровый человек в нашей жизни. Классно? Да. Все.